Привет, друзья, с вами Флок, еще одна мультиреакция. Начнем с трека BTS Danger, который я буду первый раз слушать, поскольку здесь совместный фит с вьетнамским композитором и музыкантом под псевдонимом Твенф. Вот, надеюсь, правильно назвал, если нет, так, ну, не обижайтесь, кто в курсе, да? Этот трек я буду слушать первый раз. Вот с этим чуваком, так что это довольно круто, давай. А стойте, какого года-то видео? Очень старое. Ну, 14 года, ну. This an emotion between the me and a woman. Don't wanna calculate it. Don't wanna regulate it. If I knew the true love was like this, I can't be sure if I'd have tried it. All I feel is anger and the danger. Men er i don't sick, no no no, na 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 no, er kun sick. And if only I'm sick, na na I'm shitty mark and honey, I'm sick. What's the turn up you do? Блин, прикольно. Так, стойте. Звучит это очень классно. Звучит это не как Danger. Блин, как это прикольно звучит, как это прикольно звучало в начале особенно, да, и как это, блин, классно звучит теперь. Обалдеть. Давайте слушаем дальше. Такой злой. О, обалденно. Блин, какой бит классный. От бита стандартного Денджера ничего практически не осталось, кроме припева. Блин, это круто сделано. Довольно неплохой тоже вокал у него. Такой, с хрипотой маленько. Верхние ноты не берет, но звучит классно все равно. Хотя нет, берет немного. Ууу!
Классно. Классно, блин, обалденно просто, друзья. Обалденно, спасибо большое за данное видео, прислали в донате. Обалденное видео, я бы, блин, я бы, наверное, никогда бы его не послушал, наверное. Но остановился на Денджере, слушал Денджер, ну и ладно, а тут, блин, нифига себе. Совершенно другое звучание, совершенно другое исполнение, и, блин, это очень классно. Блин, классная версия, действительно. Ладно, друзья, надеюсь, вам данное видео, данный трек понравился. Надеюсь, многие не слышали его. Ну, вот, мы переходим к следующему треку. У нас группа ACE. Вот, ACE или ACE. Исправьте в комментариях, если что-то не так. Группа делает классно каверы, как мне сказали. Два следующих, то есть вот это еще одно следующее видео, тоже одна и та же группа, да, будет на каверы. Первый кавер, насколько я понимаю, на Twice, да, у нас идет. Треки тоже прислали в донате, так что давайте буду слушать сразу. Маленько странный канал, будем останавливать, чтобы там как бы на всякий случай, а то еще заблокируем. Нету. Ну ладно. Прикольно. А, так они так по частям получается, да? Припевчики, куплетики, прикольно. На разные треки я имею в виду. Вот этот трек я слышал, да. Я уже думал, ничего знакомого не услышал. Это трек, который под ретро сделан. Действительно неплохие каверы.
Так, ну давайте посмотрим еще одно видео, потом как бы уже и поговорим по поводу этой группы. Здесь у нас Blackpink. На Blackpink каверы. Ну что ты, давай. Уйди отсюда. Необычно. Спокойненько, да, довольно. Так, ну хорошо, пришло время высказаться. Вот, тот трек, который был у меня в мультиреакции, да, я слушаю практически каждый день. Правда, название я не помню, но я помню, что трек обалденный, и что я его добавил к себе. Да, я его слушаю, прям он залетает обалденно. Насчет каверов, не знаю, как правильно, извините, вот, каверов, по-моему. Неплохие каверы, я бы сказал, со своей изюминкой, конечно же, они другие. То есть ребята добавляют своего шарма, своей музыкальности, все звучит по-другому совершенно. Но с группой я знаком очень мало, поэтому, ну что здесь можно сказать? Ну, нормальные парни, в принципе, да, с красивыми голосами, поют красиво и молодцы. Ну, в общем, вот как-то так. Просто, ну, большего добавить. Вот. И давайте мы послушаем еще один трек от Blackpink, называется Stay. Это последнее видео на сегодня у нас будет. Давайте. С грустиночкой трек у нас, да, судя по всему. Ты
разруха. Какое-то событие, видимо, в городе произошло. Корпоратив, наверное. Ну, песня очень красивая. Очень звучит красиво, да. Нормально, скейтборд за место сидушки. Кстати, прикольная идея. Может, суть этого клипа в том, чтобы даже, ну, какие бы времена не были, да, какая бы ситуация в мире не была в жизни, но вот видите, разруха там, все дела, а они при этом, кто на качельке катается, кто там еще чему-то веселится, да, ну, то есть имеется в виду, что типа жизнь не останавливается, вот, надо жить и так далее, может быть, в этом суть. Ну, давайте досмотрим, еще даже половину. Ну, слушайте, stay, в принципе, так и переводится, да, не останавливаться там и так далее. Ну, что-то вот такое много значит. Ну вот видите, я про это и говорю, скорее всего, так и есть. То есть, что бы ни происходило, они вот радуются, да, все равно. То есть они продолжают жить. Гармошка, да, губная? Прикольно. Обязательно добавлю трек. Ну да, и причем я не знаю, если связывать как-то, хотя это 16-й год, но что там в принципе связывать, да, вот, но тем не менее, может быть, суть посыла-то она и такова, да, то есть локаций не так уж и много, в принципе, но везде разруха, то есть внутри этого помещения, снаружи его, но они при этом подводят нас к тому, что типа, блин, как бы не было, да, тяжело имеется в виду, как бы не было плохо в той атмосфере, нужно жить, нужно продолжать жить, радоваться жизни и так далее. Вот. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, спасибо за треки, которые вы скидываете в донате, спасибо за треки, которые вы скидываете в комментариях. С вами, как всегда, был Флок. Всем пока.